Согласитесь, картина достаточно футуристическая. И это отнюдь не визит инопланетян, а искусственный интеллект, созданный руками современного земного человека. Перед вами газонокосилка-робот «Вайпер» от итальянской производственной компании, уже около 30 лет занимающийся инновационными разработками. Цель создания этой умной машины – практически полностью избавить человека от забот по уходу за его газоном. Сеть магазинов «Садовые машины» предлагает российскому покупателю целую линейку газонокосилок «Вайпер», обладающих разным набором дополнительных функций, а также, что самое важное, предназначенных для обработки разных по величине газонов. В сегодняшнем сюжете постараемся рассказать и показать, что в действительности умеет эта чудо-техника и какие уникальные возможности она предоставляет своему обладателю. Итак, перед вами 4 модели газонокосилок-роботов Viper. Viper Blitz X & XP, Viper Blitz X, Viper Runner XK и Viper One XL. Как и в случаях с любой другой машиной, после приобретения газонокосилки-робота следует ознакомиться с инструкцией по применению и, в первую очередь, с правилами безопасности при эксплуатации. Правда, в отличие от абсолютного большинства других машин для стрижки травы, газонокосилки-роботы конструктивно являются наиболее безопасными. Производитель описывает свое устройство как роботизированное средство для автоматической стрижки травы в любое время суток, которое обладает компактными размерами, низким уровнем шумности и простотой в обращении. Газонокосилка обрабатывает территорию, ограниченную проводом. При обнаружении ограничительного провода или столкновении с препятствием высотой более 10 см, газонокосилка меняет свой маршрут и возобновляет работу в другом направлении. Газонокосилка автоматически выполняет стрижку травы в пределах газона, перемещаясь в произвольном порядке. Максимальная площадь газона, которую способна обработать газонокосилка, зависит от ряда факторов – модели косилки, типа установленной батареи, характеристик участка и газона, а также состояния ножей. Следует отметить, что интеллектуальная составляющая программного и технического обеспечения данных косилок порядком шире, чем у моделей, представленных на рынке конкурентами. Газонокосилки «Вайпер» оснащены специальными сенсорами, которые служат предохранительными устройствами и помогают машинам справляться с поставленными задачами. Так, при подъеме газонокосилки ножи останавливаются меньше, чем через 2 секунды. Сенсоры, установленные на бамперах, включаются при столкновении робота с твердым объектом, благодаря чему меняется направление движения. Датчик наличия нескошенной травы исключает повторное кошение уже прокошенного участка. А это экономия заряда аккумуляторной батареи и щадящий режим обработки газона. При въезде на склон, угол которого превышает допустимое значение, газонокосилка останавливается и меняет направление движения. С учетом пожелания владельца, «Вайпер» примет решение косить газон во время дождя или укрыться на базовой станции. На всякий случай производитель предусмотрел и экстренную остановку работы косилки. Для этой цели служит красная кнопка на верхней части корпуса. Несомненно, очень важно перед началом эксплуатации газонокосилки робота правильно подготовить участок, на котором будет происходить кошение травы, а также установить все необходимое оборудование, как то станцию подзарядки и ограничительный провод. Все эти действия не требуют от покупателя устройства каких-то специальных знаний и могут быть успешно выполнены согласно инструкции. Однако при желании сотрудники сети магазинов «Садовые машины» могут эти задачи взять на себя.
Станцию подзарядки следует установить с краю, на утрамбованной земле, на самом большом участке, чтобы обеспечить легкий доступ к остальным частям газона. С этого места робот начинает и заканчивает рабочий цикл. Важно обеспечить надежное крепление станции. Источник питания для нее должен находиться за пределами участка, предпочтительней в сухом вентилируемом помещении. Далее необходимо подготовить участок и проложить ограничительный провод. На газоне должны отсутствовать ямы, камни и другие объекты. При невозможности их удаления нужно будет огородить этот район. Углы наклона в пределах участка не должны превышать допустимых норм. Для косилок Viper это 45 градусов. В противном случае такие места тоже требуют ограждения. Возможности роботов позволяют работать как на основном, так и на второстепенном участках. Поэтому следует определить проходы для косилки от одного к другому в необходимых пределах. Бассейны, дорожки следует ограждать только если они находятся на одной высоте с газоном или ниже его. Ограничительный провод укладывается по часовой стрелке по периметру участка и закрепляется колышками. После всех этих действий следует зарядить батарею, определить необходимый уровень высоты стрижки и на электронном дисплее осуществить настройки, в каком режиме будет происходить кошение травы на основном и второстепенном участках, в какое время суток и дни недели, что будет происходить при наличии осадков и так далее. Настройки эти не сложнее, чем настройки современного мобильного телефона. Впрочем, газонокосилки Viper могут прекрасно функционировать и без вмешательства оператора, используя заводские настройки. Представленные сегодня модели отличаются площадью газона, который они способны обработать, от 400 квадратных метров у Viper Blitz X & XP до 5000 квадратных метров у Viper One XL, диаметром ножей, а также способом подзарядки батареи. Viper Blitz X & XP – единственный из роботов, который заряжается вручную. Кстати, остальные газонокосилки способны сами определять степень зарядки аккумуляторной батареи и при необходимости возвращаются на станцию подзарядки. Роботы Viper оснащены литий-ионными аккумуляторными батареями нового поколения, дающие возможность беспрерывной работы до 8 часов. Обладать таким устройством на своем приусадебном участке – сплошное удовольствие. Пока человек отдыхает или занимается своими делами, робот поддерживает газон в идеальном состоянии. Будущее начинается сегодня, и сеть магазинов садовой машины играет в этом не последнюю роль.